Несмотря на то, что лето только началось, число людей, утонувших в воде, растет с каждым днем. За 5 дней жертвами водной стихии стали 17 человек. Все трагические случаи происходили в местах, не предназначенных для купания. Об этом было сказано на заседании правительства под председательством премьер-министра Республики Казахстан. Алихан Смаилов отметил, что ежегодно в республике тонут около 300 человек. Около 100 из них – дети. Глава правительства отметил, что данный показатель свидетельствует о недостаточном количестве принимаемых мер в связи с обеспечением безопасности населения. По данным Казгидромета, этот летний сезон будет более жарким по сравнению с прошлым годом. На большей части республики температурный фон прогнозируется выше нормы. Лишь в северных регионах он будет в пределах климатической нормы. А это значит, что количество отдыхающих на воде однозначно увеличится. По информации МЧС, только в первый день лета утонули 4 человека. Позавчера утонуло 9 человек, вчера еще 4. Все трагические случаи происходили там, где не разрешалось купаться. В Абайской, Улутауской, а также в области Жетсу до сих пор не утверждены перечень разрешенных мест. На совещании также было отмечено, что многие частные пляжи вблизи Капшагайского водохранилища в Алматинской области официально не зарегистрированы. В Алматинской области многие частные пляжи на берегу Капшагайского водохранилища не зарегистрированы. В связи с этим акиматы регионов совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям необходимо активизировать работу по восстановлению безопасных мест для купания людей. Более того, надо активно информировать население о безопасности, а также основная профилактическая работа проводится в городах и районных центрах. В сельской местности она практически не ведется, а поэтому основная часть приходится именно на сельских жителей. Надо проводить широкомасштабную повсеместную работу. Кроме того, премьер-министр отметил, что оросительные каналы в южных регионах также представляют угрозу для людей. Многие из них не огорожены. Такая проблема зафиксирована в нескольких регионах. Среди них есть и Алматинская область. В первую очередь, это очень опасно для жизни детей, резюмирует глава правительства. Каналдар мен арықтарды қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесін пысықтау қажет. В минувший выходной в Павлодарской области купавшегося в фонтане ребенка ударило током. Разумеется, купание в таких местах вообще запрещено. Об опасности такого купания постоянно напоминают санитарные врачи. Однако дети, есть дети, они любят поиграть. Поэтому всем акиматам необходимо провести проверку безопасной работы фонтанов, а также усилить контроль и не допускать купания в них. На заседании правительства были рассмотрены предварительные итоги весенне-полевых работ. В этом году казахстанскую пшеницу начали поставлять в Китайскую Народную Республику. Премьер-министр поручил до конца года принять необходимые меры по цифровизации полей. Стоит отметить, что в этом году поводов для беспокойства нет. Даже при неблагоприятных погодных условиях и отсутствии большого урожая зерна, в стране есть возможности для обеспечения внутреннего спроса и продовольственной безопасности. В текущем году, согласно данным акиматов, общая посевная площадь составила 23,4 миллиона гектара, в том числе площадь ярового сева 20,9 миллионов гектара, колосовые, зерновые, посеяны на площади около 16 миллионов гектар. Посев завершен полностью. План по площади масличных составил 3 миллиона гектар. Также в ходе мероприятия обсуждался вопрос обеспечения аграриев удобрениями. По данному вопросу заключены договоры с ответственными компаниями, а из местных бюджетов на субсидирование продукции выделен 31 миллиард тенге. Аружан Тнеибаева, Аминат Тойберген, Жайдарбек Нурбек, телеканал Жетсу.